Фьючерсы на биткоин открывают новую эпоху в истории криптовалюты. С начала января еще один онлайн-брокер E-Trade Financial запустил для клиентов торги биткоин-фьючерсами CME, Чикагской товарной биржи. Теперь инвесторы изучают отличия фьючерсов CME от контрактов CBO и Чикагской биржи опционов. Фьючерсы биткоина в первой предложила брокерская компания CBO и Global Markets. Биржи начали предлагать фьючерсы на биткоины в середине декабря прошлого года после резкого взлета цены на базовую криптовалюту. Торговлю фьючерсами также развернула Interactive Brokers. Теперь биткоин-поклонников интересует, как повлияет на будущее криптовалюты фьючерсы – срочные биржевые контракты купли-продажи, при которых стороны договариваются только о цене и сроке.